Всем добрый день, всем привет, доброе утро у нас без 10:10. Я пришла сейчас на работу, но не для того, чтобы работать, а мы пришли с мужем замерить наши полы, то есть не полы, а ширину и длину комнаты. Вот, и поедем сейчас в Нацерет, в магазин, покупать такие специальные наклейки для полов. Будем выбирать, смотреть, что у них есть. لا يمكن للعرض بيجي حسوس اشي لا تمي هذا بيجي خفيف يعني هيك نيتو для пола это только для стен. Мы, как всегда, приехали и уехали ни с чем. Нет, у них закончился, но мы, по крайней мере, посмотрели, как это все выглядит. Есть, оказывается, для стен. И мы думали, это одно и то же, но нет. Он нам показал, какие для пола и какие для стен. Это, они очень отличаются, по качеству отличаются. Вот, так что, не знаю, едем домой, наверное. Вот. Но они должны привезти, он сказал, где-то через полтора недели, через неделю-две. Дали нам номер телефона. Позвоним потом и надеюсь, что в следующий раз получится. Сайбаррад. Мы приехали в Айс. Здесь есть наподобие, как мы хотим для пола, типа то, что мы смотрели сейчас в этом, в Нацерде. Но здесь, естественно, цены совершенно другие. И здесь выходит 2000. Здесь гай. 380 элит. А. Вот я хочу такую на работу себе купить. Тлят мию там аничайки. Хочу на работу. Как раз мне капсулы вот такие подходят. Капсулы элит я люблю. Как будто я пью сейчас, я вообще не пью. Короче, здесь ничего нету, и все дорого. Посмотрели эти душевые, тоже все дорого. Вообще выбора нет, там 3 или 4 вида, и все фигня, короче, надо ехать в Икею. Ладно, выходим. Ребята, всем добрый вечер. Я же вам не рассказала самую главную новость этой недели. Бульбулечка у нас родила. Надо фляж включить. Или свет. Засранка все вытащила. Там была подстилочка хорошая для деток и для нее. Все чистенько. Она эту подстилку вытащила. Картонку, то, что мы ей принесли, она обожает картонки. Она туда залазит, она ищет вот это вот все. Поэтому мы ей привезли картонку. Вот, она ее все... Вот что она делала? Она убирала ее. Да, она разодрала себе эту картонку. Вон они, два маленьких скат, друг на друге. Ну, зайчику, она же только вчера родила, она вчера родила утром. Она же это, еще у нее организм очищается. От этой штуки, от подстилки. Да. Нет, это от нее, от этой, от сметанки. Нюська. Вот такие вот дела, так что у нас в семье пополнение. И знаете, сколько щенков она родила в этот раз? 6. Это первый раз так много? Да, это первый раз. У нас было 4, 5, 4, и в этот раз 6. Вот такие вот дела. Такая вот у нас луна, половинка луны. День уже укорачивается, это очень сильно чувствуется, ощущается, особенно когда я работаю, работаю где-то до часов 7-8, сразу чувствуется. То, к примеру, в июне в 7 часов я работала, еще светло, в 7:30 даже светло было, только в начале 9 начинал уже быть, ну, темнее, сумерки, а сейчас уже рано, где-то в 6:30 уже всем все, уже темно.
У нас со всех сторон прям все делают шашлыки. Тут соседи с одной стороны, с другой стороны. Везде пахнет мясом, да? Вот тут жарят Абуюсев, тут жарят дядя моего мужа, дядя Хусама тоже делают шашлыки. Везде пахнет вкусно. А мы тоже сначала я сделала просто кебаб, потом все-таки нет, изначально купили мясо, чтобы делать шаурму. Потом мы решили сделать кебаб на углях. Я себе сделала, поела, мне не понравилось, потому что с работы пришла, голодная была. А вот, а сейчас пацаны начали делать эту шаурму, поставили. Но я уже не буду, уже все, я уже всего накидалась, наелась. Все, у меня был жульен, я вчера делала, немножечко поела. И вот это вот себе кебаб сделала на углях. Три, два кусочка съела, и все, наелась.